Отдел наркоконтроля подвел итоги первого этапа акции «Сообщить, где торгуют смертью». В результате проверки поступившей информации от граждан было выявлено два преступления – факты сбыта наркотиков синтетического происхождения, так называемых спайсов. По словам начальника отдела наркоконтроля Евгения Солоновича, лица, причастные к сбыту спайсов, установлены. По данным фактам проводится расследование. Помимо этого, к административной ответственности привлечено трое жителей города Нарьян-Мара, составлено три административных протокола, два из которых по хранению наркотических средств в незначительном размере и одно по потреблению наркотиков. Выявлен факт. Лица привлечены к административной ответственности. Помимо этого, пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить население и всех, как еще раз говорю, субъектов профилактики с участием в этой акции. Считаю, что она привела к результатам вся эта работа. Акция «Сообщи, где торгуют смертью» направлена на получение от населения информации о лицах, употребляющих наркотики, занимающихся их сбытом или изготовлением. Эту информацию граждане могут сообщать в отдел наркоконтроля как анонимно, так и гласно. Номера телефонов, по которым принимается информация от населения, указаны на баннерах.